Серьезные аварии на трассе Выборг-Светогорск. Винят водителя. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы. Все случилось накануне в 7:40 утра на 36-м километре трассы недалеко от поселка Лисогорский. Микроавтобус «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся. Внутри было 15 человек. Все они ехали в Финляндию. Травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров, в том числе и 10-летний ребенок. Один человек попал в больницу в тяжелом состоянии. В причинах аварии сейчас разбираются полицейские и следователи. Они уже успели допросить водителя «Мерседеса». На время расследования мужчину отпустили домой под подписку о невыезде. Напомню, это уже не первая за год подобная авария. 15 февраля на дороге вдоль Сайминского канала погибли 10 человек. Тогда микроавтобус с туристами лоб в лоб столкнулся с лесовозом.